Вас приветствует компания Ride Bike Shop. И сегодня на обзоре у нас спортивная модель электромотоцикла Flash. В этом видео вы узнаете все его плюсы и минусы, а также реальные характеристики. Кроме впечатляющей динамики разгона, этот электромотоцикл имеет и достойный запас хода на одном заряде. Вы сможете проехать до 250 км со скоростью 60 км в час. Либо до 150 км со скоростью 90 км в час. Flash имеет встроенное зарядное устройство с автомобильным разъемом Type 2, благодаря чему вы можете подзарядить мотоцикл не только от домашней розетки. Багажник в баке имеет достаточно места, чтобы возить с собой необходимые переходники. Полный заряд аккумулятора занимает до 6 часов. При необходимости мы можем установить более быстрое зарядное устройство. Ресурса аккумулятора хватает до 200 тысяч километров. Также он имеет встроенный Bluetooth, с помощью которого вы можете отслеживать состояние элементов аккумулятора с помощью телефона. Мы предлагаем к выбору две конфигурации. И самая мощная версия имеет 58 кВт пиковой мощности и 500 ньютон-метров крутящего момента. Во всех конфигурациях мотоцикл комплектуется векторным контроллером, программировать который можно прямо с телефона по Bluetooth. Можно настроить плавность старта, рекуперацию, диапазон крутящего момента, а также мощность в каждом из режимов езды. Их здесь три, в целях безопасности. Даже в третьем положении можно плавно трогаться, если медленно поворачивать ручку акселератора. Flash имеет и задний ход. Стандартно есть сигнализация. Также установлен GPS-трекер, и вы всегда сможете отследить местоположение своего мотоцикла. Тормозная система с ABS. С любой скорости тормозит отлично. Ходовая часть также справляется. В общем, к механической части претензий нет. Видно, что используются те же детали, что и на мотоциклах с ДВС. Пришло время поговорить о заводских недостатках модели Flash. Для того, чтобы досконально изучить продаваемый нами товар, мы полностью разобрали первый полученный мотоцикл и проверили все его технические характеристики. Огромным разочарованием стало то, что с завода Flash в самой мощной конфигурации разгонялся от 0 до 100 км в час около 13 секунд. Зачем тогда ему внешний вид и посадка спортивного мотоцикла? Именно поэтому мы заказываем более мощные комплектующие на отдельных заводах и собираем эти мотоциклы сами в Украине. Слева – внутренности заводского двигателя, а справа – того, который ставим мы. От наилучшего китайского бренда QS Motor 4 версии. И только таким образом мы смогли получить динамические характеристики наравне с американскими электромотоциклами при конечной стоимости в 2 раза ниже. Максимальная скорость ограничена на 160 км в час. После таких доработок электромотоцикл становится надежным. И в отличие от мотоцикла с двигателем внутреннего сгорания не требует никаких обязательных ТО. И только при необходимости вы можете приезжать в наш сервис-центр, например, по вопросам тормозной или ходовой части. На электричество вы будете тратить всего лишь $1 на каждые 300 км. В случае использования мотоцикла с ДВС на бензин уйдет около $15 на такое же расстояние, не считая оплат за регулярные ТО. Также электрический двигатель не шумит, не дымит и не сдает жар, как бензиновый. Стоимость различных конфигураций вы можете увидеть у нас на сайте. Приезжайте к нам в магазин, и вы сможете не только увидеть данную модель, но и покататься на ней. Тест-драйв бесплатный.